Забота о здоровье старшего поколения. На базе Совета ветеранов врачи Серпуховской стоматологической поликлиники провели медосмотр жителей серебряного возраста. Бесплатно, без записи и очередей. Медики с помощью специального аппарата проверяют здоровье серпуховичей по одному из самых сложных направлений – онкозаболеваниям. Сегодня мы будем проводить процедуру, которая называется аутофлуоресцентная стоматоскопия. То есть с помощью светодиодного аппарата АФС мы просматриваем слизистую оболочку пациентов. То есть таким образом мы можем выявить какие-то предраковые заболевания. Чем старше пациенты, тем больше предрасположенность у них к каким-то онкологическим заболеваниям, предраковым заболеваниям. И, соответственно, эта процедура очень важна, так как мы можем выявить на ранних этапах. Светодиодный аппарат позволяет выявить предраковые заболевания, травматические факторы, бактериальный налет, а также обнаружить рак на ранних стадиях. Два врача пришли, всю процедуру проведут именно на месте. То есть не надо никуда ходить, возраст, все-таки понимаете, там 90 лет, 80 лет. И мы очень благодарны, что накануне Дня пожилого человека пришли два врача, расскажут потихонечку, как процедура успокоит наших ветеранов. Я думаю, больных не будет. Своевременный осмотр позволяет выявить болезни на ранней стадии и при необходимости направить пациентов на дополнительное обследование. Пройти подобное исследование можно в стоматологических поликлиниках Серпухова. Завершили медосмотр на приятной ноте. В местном отделении партии «Единая Россия» членам Совета ветеранов вручили подарки и поздравили с Международным днем пожилых людей.